Как команда провела день после игры? Успели ли восстановиться? Ну, вот еще сегодня день на восстановление. Ну, посмотрим на следующей игре. Два дня, конечно, это не один день. Вот. А как провели день? В полете провели день. Ничего нового. Но все-таки то, что Кливленд сыграл уже 100 игр, вот это будет 101-е. Насколько у тебя, наверное, не было таких сезонов еще? Ну, пусть и не целиком в Кливленде, но тем не менее. У тебя, получается, тоже около 100 игр. Ну да, наверное, самый долгий для меня и, наверное, самый тяжелый сезон. Но все когда-то первый раз случается. Я, так скажу, я больше счастлив и доволен таким сезоном. Да, я бы такой сезон лучше, чем сезон 82 игры. Но сил-то хватает? Хватает. Все-таки тренер сейчас сказал, что собирается что-то изменить. Ну, понятно, что какие-то коррективы нужно вносить. Не разговаривали с ним на эту тему? Может быть, он легкой пятеркой будет играть? Может, мы разговаривали, но почему? Я поражаюсь, на самом деле. Каждый раз все спрашивают, что мы поменяли. Ну, и никто никогда вам об этом не говорит. Все это видите на игре. Конечно, мы разговаривали, конечно, мы на месте не стоим. Нам надо что-то менять, надо улучшаться. Но никогда об этом мы не будем, наверное, рассказывать так открыто. Делиться секретами — это очень важно. Вы даже можете заметить, кто-то перед игрой говорил, что не будет менять стартовую пятерку и поставил, да, помогал. Поэтому настолько все серьезно. Ну хорошо, если все-таки сейчас получается, если игра сводится к серии до двух побед, но опять же снова надо побеждать в гостях, вообще насколько сильно это давление или как-то удается от него абстрагироваться? В гостях. Мы знаем, что мы можем побеждать, мы знаем, что у нас хорошая команда, мы